Не карать, а объяснять и воспитывать. В этом всегда видел свою задачу Александр Горлов. Ему есть о чем рассказать. И о чем он рассказывать не может, он тоже хорошо знает. Полковник Горлов многие годы стоял на защите безопасности страны и живущих в ней граждан. Тайное и явное, прошедшее и вечное настоящее. В программе «Тайны спецслужб. Реальные истории секретных сотрудников». Смотрите 18 апреля в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».